Примерно с такой проблемой, когда вы видите серый экран, столкнулись все игроки в танках онлайн. Закрыли ли танки? Сегодня об этом поговорим. Друзья, приветствую всех на канале, с вами Mortal Hero. И вот такой на сегодня внезапный старт. Потому что, наверное, уже по названию видеоролика, да и в целом, наверное, с теми проблемами, которые вы лично увидели у себя на экране, когда попытались зайти в танках, понимаете, что же сегодня через клиент и, к сожалению, лишь только вижу серый экран на мониторе. А также, если мы попытаемся зайти через главную страницу танк офлайн, нажать танк онлайн, бесплатная браузерная игра, то, скорее всего, как и у меня, так и у вас, пока что возможности зайти в нашу игру, к сожалению, нету. У нас есть некий телеграм-канал по танчикам онлайн, как ни странно, у них есть свой собственный. И тут, кстати, появилась новость, потому что если же случались те или иные проблемы, вы зачастую заходили на главную страницу танков онлайн и читали, что же и как. Сейчас, к сожалению, она недоступна, так как и сама игра, но зайдя в телеграм, вы можете прочитать сообщение, которое было целых в 10 утра, друзья. В настоящее время, момент, игра и игровые сайты недоступны. Мы прикладываем все усилия для скорейшего устранения неполадок и обязательно проинформируем вас, когда проблема будет устранена. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства. Вот такие трудности у нас пока что, друзья, с игрой. С чем это связано, пока что не знаю. Наверное, трудности с самими серверами. Возможно, некие трудности после обновление, все же сегодня пятница, с рестартом серверов должны были добавить как и праздничный формат, также и дополнительные миссии в нашей игре. Может быть, с этим, возможно, что-то совсем другое, возможно, ваши предположения оставьте в комментариях, будет интересно заодно прочесть, но, к сожалению, вот есть как есть, друзья, не так часто в нашей игре бывает такое, что вы вовсе зайти не можете, да, микролаги сервера, когда лагают, бывает, но прям так, чтобы на главную страницу танков и в саму игру на свой аккаунт. А у меня легенда, друзья, напомню, что довольно безумно 357, и жалко, конечно. Видеоролик у меня, конечно, уже записан некий с обзором того или иного вооружения, поэтому, возможно, в скором времени выйдет. Также, друзья, у меня есть второй канал по танчикам онлайн с недавних пор. Если вдруг нечем пока что заняться, вы можете зайти на тот канал, подписаться, потому что как только мы там наберем вместе с вами 300 подписчиков, разыграем среди наших рандомных зрителей, получается боевой пропуск, поэтому успевайте, залетайте. Я ссылочку, думаю, что под этим роликом оставлю на экранчиках, возможно, что-то уже появилось. Там уже как минимум один ролик был, и как минимум скоро еще один выйдет. Также на этом канале, основном, тоже в скором времени, благо записано есть, выйдет. Поэтому ожидайте, друзья. В плане компенсации, будет ли компенсация за такие, скажем так, моментики в плане того, что в игру зайти нельзя, выполнить миссию нельзя, пройти челлендж тот же нельзя и так далее. Конечно, у нас в последние разы, по-моему, выдавали премиум аккаунт, если не ошибаюсь, либо же есть вариант просто продлить наши выходные, то есть в понедельник оставить фонды и возможные миссии, но понедельник — это не воскресенье, это уже не выходной день, и в некотором плане нужно что-то придумать разработчикам интересное, потому что некоторым ребятам было бы приятно видеть премиум аккаунт в виде компенсации на один день, у некоторых ребят и так премиум аккаунт есть, но у них нет возможности играть, возможно, дополнительные дни. Поэтому тут надо как-то найти тот самый компромисс, который позволит и одним, и другим ребятам быть в такой момент довольны. Возможно, в комментариях вы напишите, что вы хотели бы видеть в игре в плане компенсации. Понятно, что было бы, конечно, хорошо зайти с самого утра в игру, не видеть никаких проблем, сыграть в танчики онлайн, выполнить те самые миссии, возможно, челлендж попроходить, получить удовольствие от формата, который, кстати, в этот раз, как по мне, довольно должен быть неплохой. Есть, кстати, те ребята, которые уже успели даже сыграть в этом форматике, потому что у нас есть дискорд-сервер, в котором ребята зачастую общаются, публикуют или иные скриншоты, поэтому тоже не забывайте присоединяться, ссылочка где-то в описании под роликом будет. Ну и тут, наверное, информация, скорее всего, появится быстро, как только сервера заработают, друзья. Вот такие у нас сегодня новости. К сожалению, не самые приятные, но я надеюсь, что разработчики в скором времени смогут что-то сделать. И это, надеюсь, будет сегодня, а не завтра, либо послезавтра, либо через неделю. Зачастую, наверное, такие проблемы решаются в течение дня, поэтому надеюсь, что ближе к вечеру, возможно, когда вы смотрите видеоролик, уже что-то решено. Поэтому, друзья, оставляйте ваши комментарии по поводу компенсации, по поводу, насколько вам было неприятно увидеть
то, что вы не можете зайти в игру, да и в целом то, что танчики наши не работают. И пишите ваши предположения насчет того, почему же наша игра, к сожалению, в данный момент не работает. Ну а с вами был Immortal Hero. Не забудьте поддержать видеоролик пальчиком вверх, чтобы ребята знали, что же сейчас происходит с игрой и были в курсе всех событий, потому что не все ребята следят за тем же телеграм-каналом, либо в нашем состоит дискорд-сервере. Я с вами, друзья, не прощаюсь. Всем хорошего дня и до скорых встреч.